Всем здорово, друзья, с вами Сёма, и сегодня мы продолжаем наше прохождение в игрушку под названием The Walking Zombies 2, Ходячие зомби 2. Итак, друзья, в прошлой серии мы, на нашем прошлом прохождении мы остановились на том, что мы, короче, пришли вот, прошли сюжетку, по сюжетке сразились с боссом, 626, что-то там подопытный, или как-то он там назывался, вот нас старшой отправил, короче, сказал, что есть еще базы, вот, ну, соответственно, кто прошлую серию не смотрел, конечно же, чекните, и первая ссылочка будет в описании, вот, друзья. И, соответственно, он сказал нам, иди, и ты, типа, там будешь еще помогать кому-то там, ну, я такой, ну да, конечно, мы всем должны помогать, все, вот, мы на мотоке нашем приехали, вот, и, соответственно, друзья, вот он, новый город, так. Что ж, конечно же, если ты новый зритель, конечно же, красную кнопку делай серой, ставь Лукас и пиши коммент, ну и мы погнали. Так, чё у нас тут, давай к тебе подойдем, риэлтор. Ну-ка, чё можно риэлтор, давай. Добро пожаловать, у меня для тебя отличное предложение, продолжай. Я могу продать отличный дом с комнатой для двух столов, интересно? Не, ты знаешь, я пока бомжеват для этого, так что удачи. Так, давай это к нашему асу-то сходим, у него налутаем это. Я знаю, чем тут можешь заняться. Тройное, день ракет, погнали. Спасибо, еще хочешь? Еще что-нибудь есть? А, она выполнена, так давай это. Давай вот это, охота на зомби. Еще что-нибудь есть. Берем все просто и... Все, и идем, короче, друзья. Так, идем сюда. Не, за донат я не буду ничего делать. Так, как видите, вот мы в Спрингфилде теперь. Спрингфилд, да. Из Вудландса приехали, вот, друзья. Так, нажимаем на город и... Погнали сюда, аса задание выполнять. Блин, а монеты что-то вообще мало дают. Ну ладно, погнали. Так, сейчас немного подлутаемся, наверное, пойдем уже по сюжетке потом. Так, сейчас быстро загрузочка пролетит, и пойдем. О, с калашиком нашим. Так, это что такое? Да, канализация точно. Так, открываем. Ох, ни хрена, тут зомбаков-то. У меня вообще патрон-то хватит? Не, я чувствую, тут уже надо и прокачивать навыки там оружия дальнего и ближнего, там и урон, там и крит, и здоровье. Чувствую, тут с тобой нам это надо будет все прокачивать очень жестко. Так, давай потише сделаем. Вот. Так что обязательно смотри дальнейшее прохождение. Думаю, у нас еще не один десяток серий, мне кажется, будет по этой игрухе. Так, а меня тем временем зажимают, даже хит дали. Оглушили. Ну, как мы знаем из сюжетки, нам нифига не будет. Потому что у нас типа иммунитет. Ничего так в канализации их нифига вообще. Так, что это можем залутать? А, нет, тут кто-то спал вообще. Бездомный, наверное. Нормально так все, что такое. Это что? Кружка пива, наверное, пиво. Ух, ни хрена, пиво пил. Так, пошли. В эту зеленую тину я точно прыгать не буду. Так, вон она еще. Так, крит, отлетай, молодой. Так, не отлетел. Ни хрена, ты умный. Так, интеллект на высоте, конечно. Открываем. И проходим дальше, да. Да, идем дальше. Так, просто не задерживаемся и прям быстро пробегаем по фасту. Я так понял, нам просто бегать и убивать их. Ох, ни хрена себе. Нифига, вот этот крепкий тоже. Уху-ху-ху-ху-ху-ху. Так, а там вон тоже идет. Давай ее сначала загасим. А, все отлично по красоте. Нормально минус нули, пошли сюда. Так, это ловушечки, да? Опа-на, пошли туда, сходим. Не надо, сюда не надо. Не, я так понял, мы сюда не пройдем, да? Да, мы сюда не пройдем пока. О, у меня потрошки. Ох, ни хрена их. Так, я предлагаю нам сюда отойти. Пусть они пойдут и наткнутся. Вы что, рофлите? Я не понял, а чего вы не натыкаетесь?
вы чё? Не, это ГГ какое-то. Так, ну тут они точно не пойдут. А, мы прошли как-то, блин, пипец. Блин, мне кажется, я куда-то не туда зашел, да? Да. Бывает. Похоже, сейчас сольемся. А почему вам ни хрена? Вы чё, рохлите? Не, все, нам ГГ. Не, все, выходим, пошлите на сюжетку. Короче, я говорю, тут что-то какие-то жесткие задания. Вы были вылечены. Угу. Понятно, что. Это что опять? А. Так, ну-ка, что-то нам дальше. А, использовать. Юзаем. Нужен рюкзак побольше. Понимаю. А, ну все, мы подъели сейчас, давай используем. Сидим серьезно. Так, а что вот это такое? Забрать бесплатно, давай. Так, бесплатно забираем, то, что годится. Это донат. Вот, прощать можно бесплатно. Давай, крысов накрутим. Очки умения, ну неплохо. Так, что, погнали в умения сходим, так, умения. Для здоровья качнем. На всё прям это самое нужное. Игры, мне кажется, прям ничего никуда. Как там мы всё выполним? А, это всё мы выполнили, да? А, я понял. Так, а вот это сундук. Здесь вы можете иметь разные примеры, какие предметы нельзя использовать во время миссии. А, все, я догадался, как носить. Так, давай шмот выкинем, и вот это все. Не, оружие мы оставим, вот так, ладно, без этого нам никуда. Но вот эту шнягу мы выкинем. Так, давай все сюда. По красоте. Так, патроны оставим. Или что? Это паёк. Давай оставим. Вот этот, наверное, сюда положим. Так, на бинты мы с собой возьмем. Да, вот так стакуем. Так, транспорт. У нас только мотак нашли. Ну, все окей. Так, аэропорт, погнали. День. Нет. А можно нам какие-нибудь сюжетные проходить? Так, все, погнали. Мне кажется, я быстрее дошла. Давай, Константин, тебе. Привет, как насчет того, чтобы немного испачкать руки? У меня есть работа, которую отвезли. Без проблем. Засада для каравана, что? Блин, надеюсь, мы сделаем что-нибудь. Справимся хотя бы с этим вести. Все тут награда больше. Наверное, нас сложнее, но ладно. Погнали, короче, попробуем. Посмотрим, что почем. Так, типа тут засаду устраиваем в городе, прикольно, прикольно. Игра на мобилке, друзья, и в принципе мне она нравится, вот сколько я не перестаю играть, нормальная. Конечно, графика не очень графон такой, ну, как говорится, это ж мобильная, вот. Но в принципе, у меня вот FPS-то нормально, не лагает. Очень редко бывает, зависает, там. Так, ну и чё, это я не помню. А, мне прям положить надо? А, это динамик, я понял. Так, и тут надо положить, да? Давай, ложим. Возьмите баррикаду. Сейчас я тут засада. Нападение на конвой. Чё за конвой? Мы чё, как... Мы чисто как The Walking Dead какие-то. Это спасители чисто нападаем на всех, серьезно. Не, это какой-то жесть. Это жесть, серьезно. Ух, сейчас. Нет, это что-то жесткое сейчас будет, я уверен. И чувствую, тут сейчас дофига зомбаков будет. Спрячьтесь, подождите ко мне. Нормально, ты убейте всех бандитов, а. Вы что, рофлите?
Не, давай я здесь посижу. И вот так чисто постреляю. Как по красоте. Не, давай отхилим. Так, друзья, это какая-то жесть вообще, серьезно. Надо отхил сделать. У них там чисто какие-то гранатометы, минометы, там, с калаша финячат. О-о-о. Давай, подходи, подходи. По одному сейчас разберу всех. Вы не смотрите, что я с помпой, но я духом силен. И что я один. Это что за дичь-то, я не пойму у них. Ни хрена он с гранатомета фигачит. Не, это жесть какая-то. Так, все по красоте, сейчас разберемся. Так, и последнее осталось. Блин, у меня вообще лол хп. Лечись быстрей. Все. Это... И то не все, вы что, серьезно? Чисто против бандитов так разматываю их. Блин, а я, может, и не пройду даже. Так, ну, я пока маншу, и мне что-то удается. Так, потише, ё-моё, это ГГ полная. 26 хп, вы чё, рофлите? Нет, всё, это ГГ. Да ну. Быстрее лечись, быстрее, дорогой. Да блин, быстрее лечись. Есть что-нибудь еще? Не, это ГГ. Что, все? Все? А, не, это пипец было, пипец. Да ну. И что тут, хоть тут-то нормальный будет? Одни с двухстволкой просто раскидали там с калашом, с ружьем, с винтовкой. Какой-то гном был с минометом, чисто с гранатометом. Это бред какой-то, серьезно. Еще? Не, это бредятина. А, ну хотя не, нормально справляемся. Все по красоте. Берегись, самоубийца бежит к канистре с бензином. О, черт. И что, нам ГГ, да? Нет? Нормально. Миссия завершена. Вернуться в город. Чисто два десятка каких-то бандитов положили с ружьем в одного. Нормально, да, почему бы нет? Все логично. По нам запустили несколько гранат, ракет. Взорвали машину с бензином канистру. Мы возле нее стояли, и мы живы остались. Ну, в принципе, да, все логично. Ладно, пошли к этому Константину. Это дичь какая-то, конечно. И на этом мы, наверное, с вами серию будем заканчивать, друзья. Так. Как это выглядит? Готово, это был сущат. Вообще охренели. Меня на свидание отправляют. Отличная работа, ты подаешь надежды. Я найду тебя, если понадобится. Спасибо. Я уже понял, что я тут за вас все должен расхлебывать. Так что давай мне сразу своим атак, и мы будем клить. Так, что тут у нас торговца у тебя? Давай чекнем и будем заканчивать. Так, ну чё, давай. Патроны для ружья. Рюкзак. Это дадим. Сундук. Продаем тоже. Блин, а у меня шкала же был, стоп. Это МП5, да? А это патроны для ружья. 9 мм. А для МП5 какие? 5.56. Так, а тут патроны... Тип патрона 9 миллиметров. А, ну вот 9 миллиметров. Давай покупаем сразу нормально, чтобы было. Так, сколько у нас? 1300, да? Так, что, давай еще хило, наверное, купим. И все, да, у нас ничего больше не осталось. Ну, я понял, да. Так. Так, ну все, наверное, друзья. Придется тут без доната туго нам. Так что будем как-то выживать. Ну, с вами был Сёма, на этом мы с вами все заканчиваем нашу серию на этой ноте. Таунхолл. Интересненько, таунхолл. Ну-ка.
Ладно, туда мы не будем с вами заходить. В следующей серии уже зайдем, друзья. Давайте ставьте лайк, конечно же, кто впервые, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. До следующего прохождения, друзья. Всем спасибо за просмотр. Адиас, аминь.